самый главный момент в том, что батарейки, которые есть на филиале, разряженные. Для полной проверки на функционал возможности нет. То есть, если вы в городе живете, то есть нахуй, да, Нижний Новый, советовал бы к нам сначала зайти и с батареечками проверить, прежде чем оплачивать. То есть при приемке, понятное дело, все было, ну, все работало, но, понятное дело, на слово верить мне не будете. Поэтому загляните. Пару, там сколько, 4 батарейки, пальчик, да? Все проверим вместе с вами и потом уже заберете.